Вопрос обновления пересечения трех федеральных автомобильных дорог назрел еще пару лет назад. Речь о Боратаевском кольце. Автолюбители жаловались на узкую проезжую часть, а это регулярные пробки в часы пик на выезде и въезде в город. Проблема привлекла внимание властей. Для удобства водителей решено добавить полосу на перекресток с круговым движением. Она будет предназначена только для машин, выполняющих правый поворот. Об этом сообщил глава города. Вот благодаря поддержке губернатора Алексеевича Русских эти работы были запланированы в этом году. Многие из вас, которые приезжали по этому Боратаевскому кольцу, видели, в каком ненадлежащем состоянии находится асфальтовое покрытие, ну и сама там стела с прилегающим территорией. Стелу тоже отреставрируют. Нынешний вариант давно исчерпал свой ресурс. Исторический памятник установили больше 50 лет назад. После завершения работ надпись «Ульяновск-Симбирск» дополнят словами «Город трудовой доблести». А саму композицию автолюбители смогут разглядеть даже ночью. Выполнятся новые буквы из современных композитных материалов. Внутри букв будет подсветка для ночного видения. Ну, будет все красиво. Когда именно будет красиво, пока неизвестно. Точные сроки окончания ремонта подрядчик не называет. Глава области Алексей Русских поручил профильному министерству ускорить темпы работ, чтобы не создавать транспортный коллапс на кольце. Там достаточно непростые, на самом деле, работы. Мы с коллегами из Волговятки отрабатываем этот вопрос. Мы надеемся, что к сентябрю они смогут закрыть. Сейчас на участке, где идут работы, организовано реверсивное движение. Максимальная скорость снижена до 50 км в час. Также установлены временные дорожные знаки и разметка. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.